Выражаем огромную благодарность родственникам, знакомым, друзьям, коллегам по работе, коллективу Тындинского регионального центра связи, разделившим с нами горе нашей утраты, оказавших моральную и материальную помощь и поддержку в похоронах нашего любимого мужа, папочки и дедушки, Бикчурина Валерия Алексеевича. Сердечное спасибо коллективу группы компаний «Взрывпром» и лично Рудницкому Константину Абрамовичу. Выражаем благодарность ритуальной организации «Риторг Тында» за оказание помощи в организации похорон. Низкий вам за это поклон. Жена, дети, внуки.